Всем привет, друзья! Вы на канале Skite of Games, и это гайд-обзор на механику спарринг Diablo Ceratops. Для новичков будет полезным. Во-первых, что такое спарринг и для чего он нужен в игре? Спарринг — определенно новая механика, дающая множество разнообразия в геймплей игры. Это и сражение за лидерство, сражение за еду, а также он добавляет новые механики — защиты, борьбы, блока от противника, хождение задом и в стороны. Это первый динозавр в Эврима с данной механикой. Итак, как работает спарринг? Чтобы перейти в режим спарринга, нажмите на Ctrl. Также, чтобы выйти из него, вам нужно нажать на ту же клавишу. В этом режиме работает система хождения вашего динозавра в разные стороны и назад. Также, обратите внимание, что под лапкой стамины есть 9 ячеек. При каждом спарринге и атакой вы будете ее тратить. Заряд каждой ячейки занимает около 20 секунд. Скажу сразу, что во время спарринга вы будете получать совсем незначительный урон. Также пишу напомнить, что спарринг у Diablo происходит с любого возраста в игре. Хэтч, Джуф, Сап или Адолт. Все имеют эту механику. Нажав правую кнопку мыши, вы включите блокирующий удар на Diablo Ceratopsе. Скажу сразу, проверено мною, фулл стега может нанести вам удар вашему фуловому Диаблу. В блоке вы получите второй экран и минус 20% вашего хп. Нажмите на Ctrl и нажмите левую кнопку мыши, атакуйте на шифте. Вы сможете таранить противника. Палец вверх, подписка на канал.